Всем доброго времени суток. Меня зовут Ангард. Мы продолжаем разговор спать. Я собрался с силами и надеюсь, все получится отлично. А теперь давайте используем эту замечательную пентаграмму. А вы сатан. Сатан. Не знаю, как правильно. Почему мы здесь? Мы уже довольно долго исследуем эти коридоры, ища Юку. В процессе мы нашли тропу, ведущую ко второму строению. Ты не шутил? Целое другое крыло. Это впечатляюще. Ты же в порядке здесь с Наоми? Имею в виду, я тоже напуган, но все же. Все здесь в порядке. Я уверен, все здесь хорошо. Пока мы будем держаться вместе. Да, мы будем. Пока мы будем держаться вместе, да? Снова это чувство сожаления в моем сердце. Да, Сейка. Ты ни о чьих чувствах не заботишься, кроме своих собственных. Последние слова Сейка еще даются в моих ушах. Только сейчас я слышу их разнесенными. Наоми, все в порядке. Это не твоя вина. Сатоши сделал все, что мог, чтобы заставить меня чувствовать лучше. Очевидно, что случилось. Она знала, что наделала. Это явно был суицид. Я привел ее к этому. Моя злость привела к тому, что мой лучший друг убил себя. Что еще это могло быть? Тена сейчас не была. Она в ярости за меня. Она должна быть. Не успокойся, мы найдем Юку. Я знаю, что мы найдем. Все, можно идти. Музыка другая, что примечательно. Неплохо. Сохранимся сюда. Так, Сатоши настолько физически силен, чтобы поднимать шкафы, к сожалению. Поэтому пойдем лучше сюда. Е-мое. Да, тот самый парень. Погоди. Тут доски не красные. Наверное, это крыло не изменилось. Что? Что это? Мне кажется, это тело человека. Боже. Это невозможно. Тут повсюду удары. Рана от ударов. Кто бы это ни делал, явно этим насладился. Ну да. Его кого-то только что убили. Послушай, только что убили. Да. Сатоши, гляди. Это еще что у нас? Туфли Юки. Нет, пожалуйста. Нет, Сатоши. Не может быть ошибки. Я видел их каждое утро. Это туфли Юки. Боже. Что черт возьми здесь случилось, проклятие? Это мы знаем, эта история. Вся крови, и где мои туфли? А, они разве не прекрасны? Проклятие. Так. Кто ты? Ты на всех, кто спас меня? Ты обижал этого страшного парня? Все плохо. Ты такая милая. Просто хочу смотреть, что? Ты слушаешь, что я говорю? Да, конечно. Это я могу сделать. Я просто из привидений, но как-то... Ну, вообще, ты не выглядишь для меня страшной. А зря. Какая мерзкая девочка. Ты думаешь, что с кем говоришь, маленькая девочка? Я сломаю твою чертову шею, только что встреть. Ты страдание. Это реально очень плохо, девочка. Это правда. Просто отвратительная девочка. Вернемся к Сатоши. Сохранимся, чтобы, если что, встретить это заново. Здесь вас не очень-то раздражает.
дверь приличных дверей как модель. Не может быть открытым. Ну, отлично. Так, парень пускай там лежит. Помочь ему мы, увы, не в силах. А это еще что такое? Что не так с этим зданием? Везде кровь. Подожди, а вот это что за штуковина? Это телефон Моришиги. Слушай, не все про это друг знать. Как выглядят телефоны друг друга, все дела. Видео... Соль нас не сложно перевести. Что это он записал? А, погоди, но... Пожалуйста, только не надо больше этого. Отлично, похоже, далеко не ушел. Какая в этом мораль? Не фотографируйте трупы. Серьезно, не надо. Так, нарезать. Иногда меня поражает эта игра. Привет, Юка. О, за богу, ты в порядке? Ты не ранена? Если здесь еще раз не будет что-то с лицом. Юка, не пугайся, это мы. Черт, я боялся, что у меня что-то случилось с ее лицом, не знаю. Большой брат? Да, по пути. Ты будешь в порядке, Юка. Надеюсь. Мне так жаль. Та же была так напугана. Сама повела себе. Большой брат! Большой брат! Мне жаль. Мне так жаль. Спасибо тебе, Господи, за то, что вернул нам эту девочку. Давай, Юка, мы должны идти. Ты можешь стоять? Ага. А. А? Я не кажется, вернешь это, Юка. Это кассета? А, я не знаю, что это. Как ты это нашла? Без понятия. Никогда не делай раньше. Довольно странно, но погоди, это похоже на... Ага. Да, сомнений нет. Яруча говорит. Ну, в общем, мы понимаем, что это. Это продолжение? Наш билет. Отсюда. Не стоит надеяться. Нужно проверить прямо сейчас. Давай, Юка. Хорошо. Так, хлебнули чаю, пойдем. Наверх. Путь у нас один. И путь этот будет долг. Но сейчас мы ближе к победе. Ближе, чем когда бы то ни было. Это не может... Слушайте, то коридор раньше не было, я уверен. Обоюки Нишимия. Еще одна Юки. Много ваших имен. Иногда я думаю, зачем с вами поместились столько. Что же, сохранимся, пожалуй. И посмотрим газету. Как газету? Не газету, а кассету. Так, отлично. Вставляем ее внутрь. Хорошо. И ничего. Дышит. Я не должен быть один. Я не должен быть один. Я не могу просто умереть. Я не могу потерять надежду. Если кто-нибудь смотрит эту кассету, есть путь наружу. Я скажу вам, что это за путь прямо сейчас. Нужно правильно выполнить ритуал Сачика. Скорее пронесите линию строку один раз для каждого человека, еще один раз для Сачика. А, так может в этом-то и была проблема, ребят.
и сложите вместе все обрывки. Вот так вот. Я хотел бы, чтобы никогда этого не делал. Я хотел бы, чтобы никогда сюда не приходил. Как ты мог? Как ты мог? Точнее, могла. Кибики. Кибики, кибики. Мораль. Вы не можете просто взять себя своего ученика. Очень жаль. В смысле, этот ученик оккультист. Очень способный. Оккультизм это вообще не очень хорошо, мне кажется. Нахуй, нет, нет, нет. Юка, ты в порядке? Да, все в порядке. А, раз слышишь это. Сатоши? Что это у нас? Да. Так флотишь. Не помню. А, боже, ну и запах. К сожалению, я узнаю его. Запах разложения. Судя по всему, мы нашли мистера Кибики. И девочка рядом с ним носит ту же униформу, как призрак, что я видел. Я тоже с ней говорил. Я думаю, это остатки той девочки, Шинозаки, которая говорит нам Шинозаки Наха, да? Что не так? Сатоши, там есть что-нибудь еще дальше? Дальше, ну, там. Но я ничего не вижу. Нет. Сам углу. Погляди поближе. Разве это не щель в стене? Да. Проклятие. А там целая комната. Неплохо. Кто вообще мог об этом знать? Я сама не уверена, я просто... У меня появилась интуиция. Нужно погляди поближе. Все в порядке, Юка? Да-да-да. Смотри на эти два тела. Не наступи на них. Я попытаюсь. Так темно. Ты в порядке? Возьми меня за руку. Хорошо, спасибо, Нолами. Ты очень добрая. Хе-хе-хе-хе-хе. Это недобрый смех. Эй, где мы? Заразительно пахнет. Но ты как надеялся. Похоже, мы вышли в самые недры. Это... Они под ванная? Здесь лестница. И куда она ведет? И чудо, что это тот сам подвал? Но нет, подожди. Наоми! Наоми! Да ты не как дерзкая девочка. Она какая-то шаткая, не думаешь, что держит всех нас. Юки, когда Наоми поднимется, ты идешь следующий, ясно? Хорошо, подожди. Я выйду последний. Да, я понимаю. Ты в порядке будешь, пока я не скрабкаюсь? А, да, я вот в порядке. Ну так. Итак, я все обдумал и пришел к ультимативному решению. Все равно я не помню, что там было сохранено. Ну что же. Пойду первым. Прошу меня не судить. Ну хорошо, вниз первым. Позову тебя. Когда я сойду с лестницы. Потом пойдешь ты. Хорошо. Это хорошо не кончится. Юка, я наверху. Поднимись. Окей. Наоми, а ты-то где? Сатоши. Это какой-то девочек? Почему она ведет сюда? Всех мест, которые были, почему именно это? Все правильно, здесь Мирошина Хара. Не буду выдержать, просто не могу. Сейка. Сейка зла на меня. О, моя вина. Моя вина, что она мертва. Наоми, нет. Нет, ты не права. Не была твоя вина. Это не было суицидом. То, что такое говорить. Я там не был, Сатоши. Ты слышишь вещь, которую я сказала ей. Подожди, что это? Телефон Сейка? Персика номера? Рада беспокоилась о тебе. Но никогда не отправила это. Она уронила это, пока искала сообщение. Я думаю, ты должен прочитать это. Так, никаких тяжелых чувств. Ты что? Этот сленг слишком сложный для меня. Вообще, проснись еще от раннего
Я извиняюсь. Пытаешься меня простить. Что? Ну, в общем, давай выберемся отсюда, рука в руке. Кому не встретимся? Тебе лучше там разобраться со своим дорогим ошибкой или что-нибудь еще. Я случайно буду ждать тебя у выхода. Можешь оставаться и помириться. Ола. Сейка. Я хотел дышать еще немного перед тем, как показать это тебе. Прости. Наоми? Ты сердце уши чувствуешь? Думаю, так. Прости. Уже рассвет школы. Неважно, каким путем. Это то, чего хотела Сейка. Да. Ваша врата, кое-что нашла. Здесь. Еще на кассета. Камера сломалась на последний этаж, душ, мы сможем его смотреть. Ну, мы должны взять ее с собой. Неплохая находка, Юка. Хе-хе-хе. Так, отлично. Теперь мы закрыли сюда выбраться. Ну, знаешь, что сделать с этим ритуалом. И вот наша приоритетная задача. Мы должны соединиться, то есть объединиться с Шинозаки и Яшики. И, надеюсь, еще и с Мисс Юи. Да. Здесь еще есть этот обрывок. Да, Сатоши. Да, вот он. Прямо здесь. И у меня тоже свой есть. Неплохая работа. Теперь не потеряю его, хорошо? Как насчет тебя? О, да, у меня есть Нет. Нет, боже, нет. Я положу его. Мой бейджик отсутствует. И мой обрывок. Он был там. Сквозь Номи. Мы найдем его. Нужно просто держать глаза открытыми. Хорошо, но я умоляю. Я клянусь, я определенно. Определенно не был. В карманной юбке? Я точно помню. Я указал его Сейка и все такое, но он пропал. Он просто пропал. Что не так со мной? Если мы не можем найти его, тогда я смогу вернуться домой. Не нужно беспокоиться. У тебя был раньше, правильно? Может, где-то еще. Я решил, мы найдем его по пути. Но что, если мы не найдем? Тогда я про меня просто все позади. Только меня одну. Тебе нужно беспокоиться. Никогда не оставлю это место без тебя. Я иду с тобой до самого конца. Мы найдем его. И я тоже. А? Даже с нами, с большим братом, и с собой. Даже если мне придется стать с собой вещь. Прости, прости, боже, я безнадежна. Но почему мой разум всегда проигрывает худший вариант сценария? Все же беспокоится обо мне. Если все придет к этому, ты должна уйти, Сатоши. Нет! Ну хорошо тогда. Тогда найти мой пейджик. Это моя роль, в конце концов. Куда ты пошла? Номи, постой. Найдем его вместе. Так, ну ладно. Я вот счастливый выскочил, встречу здесь и посетить Юку первой. Но, наверное, не в этот раз. Что я хотел посмотреть? А, да, отлично. Я так смотрю на это и думаю. Разве нельзя вернуть Юки и Ютубли? Но что-то не всех правительно, что... Наверное, их будет не очень хорошо носить. Ладно, как бы то ни было, давайте пока вернемся, наверное, к Аюми и Яшики. Потому что мне вот... Ну, у них тоже все очень интересно. Наверное. А где я нахожусь? Останки. Чьи-то несчастные. Что? Это у нас выход. А это у нас что? Маленькая записная книжка на полу. Берем. Что это? Я знаю эту подпись. Это принадлежит Наху. Какая милая розовая книжка. Находки.
Ну, в общем, довольно любопытно насчет этого. Она открывает на записную книжку. И там находит что? Похоже, все. А, все вырвано. Но еще есть внутри несколько бумаг. Там написано, там сразу какие-то слова. И есть место для еще гораздо большего количества. Исследование священных мест, файл 1. Исследование священных пространств, файл 2. К-профекчер. Директор. Ладно. Какие-то методы, какие-то исследования. Там пространство парализовано. Левый уши раковины звенит левым ухе. Насморк, кровь. Что-то не совсем понимаю. В общем, значительная опасность присутствует налицо. Следующее расследование понесет другие состояния риска. Маша уж уйдет стать мистера Кибики позади. Похоже, он сегодня опять вернулся с пустыми руками. Сколько раз уже с ним это случилось? Пишет такие интересные вещи, никогда ничего не получает. Он слишком глупый, они не ценят его. У него передышки вообще не бывает. Здесь место, когда он публикует следующую серию. Здесь аж в их силах, чтобы помочь ему получить то признание, которое он заслуживает. Ах, сейчас опустила эти исследования священного пространства в своем блоге. Должно быть какие-то из исследований. Никогда не думал, что прочитаю следующее обновление вот в таком виде. Хотел бы встретить в нормальных обстоятельствах, подружиться с ней или... И чтобы она передала мне эту книгу, чтобы согласился прочитать раньше следующее обновление, с ее благословения, вместо того, чтобы вот так найти это. Ах, всегда был моим героем. Человек, который был кумиром Аюми. Здорово. Мы можем уйти. Однако нет. Так. Ладно, ладно. Так, это у нас в чем? Куда бы пойти? Слишком большое место. Слушайте, а что там типа Сатоши и Аюми так и стоят? Так, пускай они на третьем этаже стоят. Так, там. Так, что у нас вот есть какие-нибудь двери? Эту записку я читал? Нет. Это уже все читал. Я сейчас клавишу Z оторву. Нет. Спасибо. Так, ладно. Давайте добежим до лестницы по-быстрому. Ладно, мы тоже читали. Так, теперь наверх. Это на что, центральный коридор. Так, а сейчас санки-то? А непонятно. Так, это у нас что такое? А, давайте распространиться из этой записной книжки. Сегодня был последний экзамен, так что пошла школа. Впервые. Ну, похоже, я отсутствовала. Кибики сходил, там легко сходить меня. Слишком опасно, у нас недостаточно информации, сказал он. Пытаясь оправдать то, что он проник на священную землю за моей спиной. Васен Тагучи, скорее всего, стоял бы. Да ему все детали, копируются домой оттуда. Довольно справедливый. Это вообще довольно простой процесс. Но я не могу у него у нас из-за его никчемности. В любом случае, Бог был обновлен. И как не очень хорошо чувствую насчет того, что ты втянул своего друга Саяку в это. Ну, пора нырнуть все сюда с головой. Что это, кровь? Нах, что-то чувство перед тем, как она умерла здесь. Точнее, что, получается, ножка фу валяется.
тобой тебе очень приятно. Так. Сюда не пройти. Там центральный холл. У нас тоже ничего нет. Так. Да, нужно найти другие записки. Они тут должны быть. Ну то, что это все как с записками жертвы, которые появлялись, ну, насколько я помню, в определенном порядке, в определенной последовательности. Так что, пожалуй, здесь тоже может быть что-то подобное. Но в классе, похоже, не найду никаких записок. Так, центральный холл это у нас. Это у нас, ну, лестница, скажем так. Так, это у нас быстрое сохранение, коих я больше любитель. Это у нас западный коридор. Ага, да-да-да, все как с теми записками. Так, здесь я приду некоторые детали наблюдения за этим заклятием. Как вы нанесли отмет? Что? Как он возвращает домой? Так, все. Нет, не может быть. Мне ужасно любопытно, что вот я скачу иду туда. Ладно, пойдем сюда. Думаю, если я пошел сюда, это неспроста. Что было в той записке? Скорее всего, то, что мы уже узнали. Нет. Мне ведь мог сначала играть за Юми и Йошики. Он же с нами, да? И тогда бы мы еще бы не знали, но похоже. Тоже теперь я понял, в чем была ошибка в ритуале. А куда я иду? Этот раз меня всегда волновал очень. Сохранение есть. Рейти к нему нельзя. Так. Вопрос дня. Куда я, собственно говоря, что делаю? Правильно, иду. Ладно. Так, ну, собственно, за Юми что-то не пошло, так что... А, все пошло. Отлично. Технологии снова действуют. А кто у нас? Тот, кто же сайт неудачно поставил, конечно. А еще один рычаг, который дотянулся, я пока не в силу. Снова здесь. Я вернулся на эту пентаграмму на всякий случай. Чтобы под... Ну, потому что... Потом, потом шарится вперед назад. Это не было. Не вижу. Это еще что за такое? Что это? Это кровь? Это у нас кто такая? Юя Кизами. Кизами. Ты что, умер? Какого черта он умер? Я думал, такие не умирают. Ну что за ерунда? А это еще что такое? Не хочу знать. Скелетец сидит. Это у нас что? Свискинаха. Кивики, мне так жаль. Мои чтения зашли слишком далеко и широко. И мои интерпретации их довольно наивны. Это место, тут не просто духи обитают. Смиримся отсюда, ASAP. Будем правда в опасности. Тра-ля-ля, путь отсюда, тра-ля-ля, ицбао и ля-ля-ля. Интересно. Да. Ну, жизнь читал более увлекательных записок. Хочется его увидеть. Так, ну, кроме на этих страницах, тяжело читать. Отлично. Что ты такое? Давайте проверим. Что это за штука? Это довольно большой парень. С простынёй. Это же Карлсон, который живет на крыше. Пугает жуликов.
Ты даже не шутил об этом. Может, взглянуть в Арсению? Нет. Ну, быстро взглянуть. Ты ведь хочешь все лучше, если знать, что это не то, что ты думаешь. Что это? Это просто аналитическая модель. Извини. Кажется, моя любопытство преодолела меня. Это все хорошо, просто не делай ничего страшного. Если только это не абсолютно необходимо, да нет проблем. Да ладно. Ничего плохого там не было. Надеюсь. Может, и сделала. Ну ладно, предположим, что все нормально. Так. 4 записки. Так. 5-я записка, кстати говоря. Замечательно. Посещать ее. Знаете, страницы. Куда наполнены эмоции? Как будто она спроектирована их свои чувства. Я могу чувствовать их. Я приближаюсь ближе. Скоро буду с ним опять. Ох, образ появляется на этих пустых страницах. Как будто их прямо сейчас пишет. Прямо перед моими глазами. Мое сознание тает. Мои руки черные. Но все в порядке. Я скоро с ним буду снова. В конце до концов. 6 из 5? На шасси, Кибики. Нашу комнату, куда ты убежал. Жди меня там. Полегче. Я скучаю по тебе. Я обниму тебя прямо сейчас. Спокойней. Все становится темным. Мое тело — черный туман. Слушайте, это не она с нами охотилась ли? Тогда возрейте, что за чертовщина? Ах. Это традиция, традиции нельзя нарушать. Можно. Так, куда теперь? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Так, здесь у нас лестница. Была, кажется. Да-да-да, сюда еще учителям нельзя было входить. Очень хорошо это запомнил этот момент. Кстати, тут нас еще кто-то не давал нам выйти, помните? О, кого я вижу? Мы, кстати, ни разу не были в этой комнате. Наха. О, Арзаняим Шинозаки. Как держишься? Нах, я хочу делиться кое-какой информацией, которую я собрала. Ты привлекла мое внимание. Что ты нашла? Так, Сачико была исполнителем. Я даже не думала. Мне вообще довольно интересно. Спасибо мне, что дала мне эту ценную информацию. Ты решила только половину загадки. Тебе нужно еще понять, кто на самом деле Сачико есть. Есть еще много, что можем узнать. В любом случае, есть кое-кто, кому надо найти. Если вы извините, простите, извините меня. Я сейчас его не договорила. Но мне не интересно, что ты скажешь. Кстати, это был тот парень в той комнате. Став на складе, что ли? Он был твоим одноклассником, или там братом. Мне же вам есть любовная связь. Именно поэтому ты все еще идешь. Я был бы рада, если бы больше таких людей приходили посмотреть. Которых можно встретить, это довольно забавно. Наха, я разочарована в тебе. Почему же? Раз не было из моего фан-клуба. Из-за этого. Что это вообще за Сачико всегда после? Так, погоди-ка.
что тут было написано. Так, тут надо, значит, деталь в это заклятие. Правильно его сделать. Так, вот это у нас как бы фраза, которую надо произнести. Должно быть сказано один раз за каждого участника, еще один раз для Сачика. Ну и потом куклу мы разрываем. Не понимаю. Нет, я понимаю суть. Если очень все правильно будет сделано, то дух пройдет. Ну, нормально, никакого вреда не будет. Тра-ля-ля. Если хоть какая-нибудь часть этого ритуала будет исполнена неправильно. В общем, Сачика это не понравится. Но я направлю всех прямо на эту священную землю. Если вы разозлили Сачика, но вы можете ее успокоить, выполнив ритуал правильно. Но наоборот. Сначала соберите останки этой несчастной куклы. То есть ты специально оставил ложные сведения в своем боге. Хотя, чтобы ритуал провалился. Сделать ради него, твоего любимого, твоего ментора, мистера Кибики. Как это пыталась. Сосредоточиться. Мне что здесь такого смешного? Она же такая умная, да? Но вообще-то нет, так что не понимаю этой фразы. Голфиш? Это сейчас что значит? Мне тоже интересно. Наверное, что это ложь. Тот, кто принимает все, что напечатано в интернете за правду, тот полный идиот. Ну совсем. Трясёшься. Ты просто не можешь сказать мне, что... Даже не представляешь, что такое может произойти. Тебе такая мысль даже в голову не приходила. И сколько людей это отправило на медленную и болезненную смерть? А ты распространяешь... Проклятие сочилось в стране. Ты! Думаешь, я этого не знаю? Но Кибики, мой друг Кихи, улыбается мне. Кибики, мой дорогой учитель. Сделай все ради тебя. Все что угодно. Но вы, оккультные уроды, сможете пойти и там погнить. Вот и все. Ты ужасный человек. Ужасный. Да как ты могла? Это обязанность защищать моего... работу моего дорогого учителя. И не позволь никому встать на пути. Давайте ее побьем. Ну, она, конечно, вроде у нас такой оккультистый маг. Но все равно очень хочется почему-то ее побить. Наха, ты умерла здесь. И... Ты помнишь, о чем ты думал, когда умирала? На что смотрела? Я не помню. Этот момент я не могу вспомнить. Сколько бы я ни старалась, мне не получается. Твой эгоизм стоил теперь человека, которого ты любила больше всего. Что? Ты рада не помнишь? Ты последнее действие в качестве человеческого существа, когда ты потерял всю надежду, перед тем, как ты умерла. В общем, она поддалась темноте. Понимаешь, ты убил его, ты убил человека, которого любила, ты убила мистера Кибики. Срывал его жизнь собственными руками. На самом деле, главная проблема мистера Кибики была, что он ходил в заброшенную школу в халате. Это до добра никого не доводит. Это еще что такое? Курение до добра не доводит. Все, что могу сказать. Из нее что еще живое выходит? Очень похоже на то. Отлично. Дайте мне передышку. Это что, ужастик? Или что? В порядке?
Ну, конечно, да. Это у нас что такое? Статуя ребенка, отлично. Так, думаю, знаете, что закончим здесь серию. Увидимся уже в следующей. Посмотрим, чем все кончится. Но сейчас еще все не кончится, у нас есть серии, но тем не менее. До новых встреч!